Друзья, всем привет! Пришла сегодня на дачу. Сегодня у нас 3 апреля, 23 год. Как будто не уходила. Вроде в теплице тепло. 20 градусов. 20-21. На улице 12 градусов. Ветра нет. Хорошо, спокойно. А солнышко тоже нету. Облачно. Что я сегодня планирую делать? Досадить мне надо 2 пакетика. Принесла вот капусту, слава, еще одну посажу, и венская голубая кальраби. В тот раз что-то мне капусты, слава, показалось мало, еще взяла одну пачку и забыла про кальраби свою любимую. Вот сейчас досажу и дальше буду высевать цветочные культуры на рассаду. Итак, что же я буду высевать? Сейчас дырочки кину. Так, статица, табак душистый, амарант, так вот красный, и висюльками, и елочную игрушку, остеосперму, хризантема, циния георгиновидная, циния смесь, георгина, космея два вида, лаватера, очень мне понравился этот цветок, вот. Белые, красные, розовые. Астры. Белые, желтые. Такая вот рыженькая и сиреневая. И агератум. Розовый и голубой. Ну, как-то так. Приступаю. Ну и все, посеяла я все цветы. До конца грядки даже еще место осталось. Вот. И сейчас буду потихоньку засыпать. Даже... А, нет, вот у меня последний рядок с семенами. И вот еще сколько осталось. Много начертила. Вот. Что-то как-то скромненько в этом году. Вот. Сейчас все засыплю и пролью. В общем, за забором у меня еще снег лежит. Небольшая кучка. Надо немножко принести в теплицу. Потому что вода сейчас пойдет ходом. Все это дело надо поливать, смотреть, чтобы не пересохло. Сейчас немножко докину в бочку, чтобы бочка была полная. И наберу еще ведерки. Так, ну все. Грядки пролила. Снега натаскала. И ведра, и бочка вся вон полная. Вот. Сейчас все это дело накрою. Тут весь мусор разберу, уберу пакетики. И пойду дальше на уже на улицу делать дела. Прям как раз хватило укрывного в 4 слоя. И немножко целлофана. Вот. Прям как раз. Здесь как раз заканчиваются мои посадки все. Так что все отлично, все накрыто. Можно идти на улицу. На этом я хочу с вами попрощаться. Дальше уже будет другая история. Заходите на канал, подписывайтесь, кому интересно. До встречи в новых видео. Пока-пока.